Медитация на мантре – это очень мощная техника, которая не только развивает ясное осознавание, но, кроме того, благодаря действенности слогов, которые на протяжении тысячелетий повторяли просветленные мастера, устраняет слои омрачений ума и увеличивает нашу способность приносить пользу себе и другим. Поначалу в такую связь может быть трудно поверить, она кажется слишком похожей на очередную разновидность магии. Возможно, кому-то будет легче думать о слогах мантры как о звуковых волнах, которые продолжают пронизывать пространство на протяжении тысяч, а может и миллионов лет. В медитации на мантре вы сосредотачиваете свое внимание на мысленном повторении определенного набора слогов, который непосредственно влияет на успокоение и очищение ума. В этом упражнении... Ну, дальше он здесь предлагает свою тибетскую мантру «Ом Ахунг». Мы же возьмем сегодня мантру Ганеши, да, как решили. И просто лишь добавлю, что очень важно, и Мингюр здесь это тоже пишет, что очень важно пребывать в расслабленном состоянии ума. То есть не цепляться, не пытаться чего-то достичь, какой-то суперконцентрации или что-то здесь почувствовать. Мы просто... Прибываем, произносим, расслабляем ум, расслабляем сердце. Хорошо бы это тоже. И добавлю здесь еще хорошие слова. Независимо от того, чувствуете ли вы незамедлительно какой-то эффект или нет, вы запустили определенный процесс. Этот процесс – освобождение вашего ума. Хорошо, будем начинать. Сядем поудобнее. Сделаем чуть более длинный вдох и медленный выдох. Вернемся в этот момент, здесь и сейчас, где мы находимся в этом пространстве. Осознаем наше место. Наши чувства, наше состояние. Какое оно сейчас? Любые оттенки нашего состояния. Спокойно, взволнованно, беспокойно. Сонливо, бодро, вдохновленно, радостно, печально, тоскливо, в ожидании чего-то, в предвкушении. Любые оттенки, самые тонкие, самые разные, которые сейчас в нас есть. Глаза могут быть открытыми или закрытыми, как вы чувствуете сегодня. Настроимся на практику, и мы также можем определить некое намерение на сегодня, для чего я сегодня практикую. И еще один медленный вдох, медленный выдох. Сложим ладони в намасте и споем 3 раза ом. Делаем глубокий вдох, естественный. Ooh.
И мы повторим 108 раз мантру Ганеши. Ом Гам Гана Патайе Намаха. Когда мы будем на середине, мы повысим тон чуть повыше. И когда будем близиться к завершению, тоже я чуть повышу тональность. Вы просто повторяйте за мной или слушайте, если нет возможности повторять. Ом Гам Гана Патайе Намаха. 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 Ом Гам Гана Патайе Намаха.
Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Ом гам ганапатае намаха. Медленный вдох и медленный выдох. Мысленно повторяя про себя мантру Ом гам ганапатае намаха. Почувствуем, как мы сейчас почувствуем энергию мантры. Хорошо. И в своем темпе, когда будем готовы, можно открывать глаза, возвращаться к себе, к физическим ощущениям. И оставшиеся 8 минут посвятим второй части нашей встречи. Сейчас можно немного подвигаться, поменять положение, немного размяться, сделать глоток воды, если есть. Хорошо, сделаем
Чуть более длинный, заметный вдох. Медленный выдох. Снова пройдемся по всему телу и расслабим каждый участок тела. Если сейчас сложно это сделать, мы можем пойти от обратного и наоборот. Сжать, например, плечи, как-то их поднять. И затем опустить. И почувствовать это расслабление. Расслабить мышцы лица, нижнюю челюсть, живот. Возможно, за время практики наше тело снова напрягается, приходит в привычное его состояние. И перед началом каждой медитации мы можем буквально быстрый скан от макушки до стоп, все расслабить, выпрямить плечи, занять удобное положение с прямой спиной. И я предлагаю посвятить это время практике благодарности. Каждые несколько мгновений будем искать то, за что мы можем быть сегодня благодарными, и про себя как бы отмечать это вслух, если есть такая возможность, если хотите, можно вслух, или про себя заметить что-то, за что я сейчас благодарен, и сказать «благодарю». Благодарю. Благодарю. И если сейчас сложно найти благодарности, можно вспомнить себя в каком-то месте, в какой-то момент жизни. Может быть, перенестись к месту силы, там, где мы заряжаемся. Там, где мы расслаблены и счастливы, окружены защитой, любовью. Может быть, это какое-то место из детства. Может быть, это красивые места на природе. Вспомним это чувство, которое переполняет нас. Тогда, когда мы были бесконечно благодарны. Может быть, это какая-то короткая встреча с кем-то. Почувствуем, как у нас сейчас это отражается в теле, когда мы благодарны. Может быть, появляется тепло, улыбка, чуть большая легкость. За что мы можем быть благодарными сегодня, этим утром? Благодарю. 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 Благодарю.
отмечаем все, что приходит. Открываем свое сердце, расслабляем его. Открываемся всему потоку благодарности, который сейчас приходит, даже самые мелкие, незначительные. Моменты, события, возможности, которые у нас сейчас есть. Еще буквально одна минута, и мы можем направить благодарности немного во внешний мир, тем людям, событиям, чему-то большему, чем мы. Нашей планете, этому новому дню. Благодарим друг друга мысленно за эту практику. Благодарим себя за приложенные усилия, старания. И возьмем что-то из этого сегодняшнего опыта в сегодняшний день. Ближайшие несколько минут и я благодарю вас. Если захотите, напишите, как вам была сегодняшняя медитация. Как вам практика Ганеши, чантинга, что вы чувствуете, что вы проживаете. Мне будет приятно это прочитать в Телеграме. Я буду рада услышать. И да, буду завершать запись.